Правительство Тверской области приняло решение о дополнительной поддержке фермеров и развитии сельхозкооперации. В частности, речь идет о предоставлении грантов «Агростартап» в размере до 6 миллионов рублей. В первую очередь максимальную сумму можно получить на разведение крупного рогатого скота. Получателями станут крестьянские и фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и физлица при условии регистрации в течение 30 дней после перечисления средств. Если размер гранта составляет от 2 миллионов рублей, то необходимо нанять не менее 2 новых работников. Если менее 2 миллионов, то хотя бы одного. При этом в течение 5 лет после получения поддержки предприниматель обязан сохранить все рабочие места. Всего в текущем году планируется выдать не менее 12 агростартапов.